Работал в тренажерном зале много. Андрей смеется, потому что я больше, чем он работал в тренажерном.
А теперь, ну, как мы говорили, да, что тренера тоже очень мне помогли очень много, потому что я сам по себе был немножко ленивый насчет этого тренажера. Но потом современно начинаю уже понять, что это очень, очень важно. А если вспоминать игровых металлистов, кто был, кто любил больше всего работать? Думаю, тогда в то время Сос, он очень там каждый день в тренажере. А меньше всего? Я, наверное, даже не знаю. Меньше? Папа Гри? Ну, папа Гри. Да, было по-разному. В принципе, никто не созрел, все стесняются, да? Вот, наконец. Кстати, я забыл сказать, что у нас есть призы за лучшие вопросы. То есть, если вы не будете задавать вопросы, то призы я там Андрею, Мару и себе. Вот как раз ровно три. У меня такой вопрос к Андрею и к Мару. С кем сейчас самое больше поддерживаете отношения с бывших футболистов, с металлистов? Между собой дружат это? Не, ну я имею в виду, там, например, с Марко, там, ну, с кем вы сейчас поддерживаете отношения, может, общаетесь с кем-то? Ну, постоянно мы переписываем, вот так, да, как дела, вот так, ну, со много, там, с Марло, за Севету, Дэвисто. Я, и те, кто в Украине живут, как-то со всеми поддерживаем, созваниваемся, общаемся. А кто за границей, нет, то связи, да. Сейчас переписываемся, редко получается благодарить. Язык, конечно, играет свои. Эдик еще может на чем-то поговорить, как-то и плохо говорить по португальски. Может что-то пару слов. Мне тяжело. Еще вопросы? Да. Если вы делаете жим ногами, то сколько вы жмете? Жим ногами. Да, ну, не знаю, как сколько. Ну так, на глаз. На глаз, ну, по состоянию. Но всегда цифры. Смотря какой такой. Ну, да. У меня были времена, когда еще был в хорошей форме, доходило, что и 200. Сейчас... А я сильно не знаю. Сильно не возьму, знаете. Я все время сюда был в тонусе. И все. Я так понимаю, что в принципе, наверное, для футболиста не главное... Мощный. Да, сам вес, а главное, чтобы мышцы были в тонусе, и лучше заниматься иногда маленькими. Так, ваша методика. Маленькими есть со старта. Когда ты выходишь в отпуск, когда мышцы еще не готовы, конечно, надо маленькими. А потом, в зависимости от... Ну, сам поймешь, какой твой вес. Должен найти свой вес. Спасибо. 300 не пожмешь, если сказать тебе жених. Подбирай свой вес, который тебе комфортно, который ты чувствуешь, он тебе дает. Спасибо. Еще вопрос вам. Очень хочется подарок. Под руководством, вот как, и, из каких тренеров вам было самое комфортно работать? И вот кому самый интересный подход был? Тренажер? Тренажер? Не-не-не, футбольный клуб. А, как и больше комфортно было? Со всеми тренерами ты работал, со многими. Вот. Ну, со всем, которые я нормально отношения, и поэтому нет никаких жалостей. Его все тренера любили. Ему все нравились. Мне, в принципе, тоже смешно. Если был тренер, с которым было некомфортно работать, то его уже в Украине нет. Я не знаю. А что это за тренер, кстати? Ну, может, просто у кого-то особый там подход какой-то был, не знаю, там. Ну, у всех подход одинаковый. Ну, свой, скажем, да. И тяжело, допустим, там, динамовские тренера, они лучше пытались Лобановского копировать, лучше нагрузок. Кстати, у динамовских тренера как раз больше часов уделяли тренажерному залу. Брат Маркевич, он к этому относился более спокойнее и отводил это индивидуально. Хочешь идти, хочешь. Конечно, были тренировки обязательные, раз в неделю. Но в основном все-таки он больше индивидуально.
Дожонка, у меня такой вопрос. Вот у тебя сейчас уже недавно появилась лицензия тренера. Вот ты бы тренажерный зал в тренировочном процессе уделял бы много внимания, недостаточно много внимания. Ну, если брать недельный цикл, наверное, я бы поднял бы. Более такой насыщенный. Суббота и игра, наверное, уже надо. Нижнюю часть будет. Нижнюю часть, верхнюю, за вторник. Юный футболист, я вас слышу. Ну, это ясно. Это секрет. А не, на самом деле, ну, может быть, ребятам не слишком удобно и комфортно об этом говорить, но все вы помните ситуацию, которая была, которая сложилась. Не только Андрей и Эдмар покинули клуб и другие футболисты, и обочины, и сотрудники клуба. То есть, ну, это так бывает, с этим нужно смириться и глобально бежит дальше. Такой вопрос на перспективу. Если все вернуть сейчас вот... Приходит к руководству клуба Ярославский, возвращается главным тренером Маркевич, металлист. Вы, ваши действия. Нет смысла об этом. Я думаю, все только порадуются. Порадуются за клуб, за город, за количество. Уже возраст. Какой у вас был самый памятный матч в вашей карьере и какие голы вот, самые лучшие вы считаете, самые красивые в вашей карьере? Матч или первый, второй матч против Эвертон и первый гол тоже с Эвертон, это самый такой, потому что первый. Омара забивал. Нет.
на этой стадии соперника легко не бывает, соперник серьезный, надо со всей ответственностью подойти к игре. Я думаю, что Клюша играет в футболе, там всегда поддержка такая очень серьезная. И я думаю, ребята хорошо настроятся, мы будем в игре играть в системе. Мы будем видеть все игры. Да, поменяемся местами. Андрей, к тебе вопрос. Какие у тебя планы, перспективы по поводу тренерской карьеры? Ну, планы большие, мне это нравится. Я чувствую по себе, что я смогу добиться и хороших результатов. Но бывает такое, особенно в нашей стране, что не все зависит от твоих пожеланий. И многое зависит от случая, конечно. Я при первой же возможности приступлю к работе, и сейчас, пока я еще учусь, да, я буду стараться учиться больше, повышать свой уровень. Тогда, конечно, я хочу поправить металлист и добиться своих еще больших успехов, чем я добился. Сейчас? Нет, как я доволен мной, поэтому там, наверное, закон в карьере. Вот вопрос к вам. Нормально, теплые, да, приняли нормально. И за это благодарны. Давайте сейчас еще буквально 2-3 последних вопроса, перейдем все-таки к автографам и фотографиям. И абонемент тоже там. Абонемент тоже есть. Какие сейчас взаимоотношения с игроками в Днепре? Как вот понимание вообще на футбольном поле? Нормально уже, ну, освоюсь. Как я уже говорю, ребята нормально приняли, и поэтому отношения сейчас нормальные. Хороший вопрос. Лучше, как учили всегда, разминайся с головы и заканчивайся на ногах. Знаешь, шею, руки, поясницу, а потом... Начинай с головы, дальше ногами. Вначале шея, руки, спина, потом ноги. Все по порядку. Какие самые сложные упражнения? Для ног. В принципе, вот мне как-то получалось, что для ног у меня легкие упражнения, у меня не было тяжелого. Мне больше и ноги нравилось как качать, чем какой-то тяжелый нет. Турмар, с кем вы больше всего поддерживаете отношения в Днепре? Не, совсем не хорошие отношения. Нет такого Акима. Это кому вопрос? Вы знаете, сейчас, что сейчас все болельщики объединились, все друг друга поддерживают, и даже харьковские и днепровские болельщики, они дружат и поддерживают друг друга на сетках. Так что я думаю, в принципе, этот вопрос, ну, наверное, просто некорректным будет не знать, потому что он играет сейчас для одних болельщиков, играл до этого для нас, поэтому правильно будет его поддерживать со всех сторон. Хочется продолжить тему фитнеса. Есть ли у вас какое-то любимое упражнение и какое? Пресс. Пресс, да, и да, любимое. Потому что легкий, наверное. Он вообще леща, ему наше полегче. Это чтобы пузо не было просто. А ты?
любимая? Шея. Не, мне вот это вот любимая. Ноги? Больше себе. Вставай. Вставай. Легко дается. От него и фен вообще. Ну да. Как для меня. Ну, а приседания? Что такое? Приседания... Объемно. А стенку, там мне больше не приседания. Багер. А? Да? Нет, становишься об стенку, упираешься спиной и как на стуле сидишь, только без стула. Спасибо. Тоже хорошо укрепил. Последний вопрос у вас. Где было лучше играть? За границей или в Украине? А в какой смысле вы играли где? А кто играл за границей? Только за границей играть? Нет, ну все хотят играть на границе. Ну, ребята, вообще. А я за лето. Где, на ваш взгляд, лучше сейчас играть в молодом футболе? В Украине или в Украине? Если твой уровень достигнет высокий уровень, то если тебя пригласит какой-то зарубежный клуб, взять, к примеру, сейчас Коноплянку, да? Хорошо играет в Сибири, играет в Алу, сейчас они говорят, как о новой звезде, то, пожалуйста, почему бы, если у тебя получается здесь, если ты решишь здесь, если ты играешь, то это свой выбор, как решишь. Так, ну все-таки давайте, три последних вопроса. Раз. Я думаю, уже ни на кого. На себя, наверное. Ну да, тренером. Вы сюда еще приедете? А? Вы сюда еще приедете? В Киеве? А где? Вообще в Харькове. В Харькове вообще да? Приедете? Тут много друзей. Так, сейчас. Раз, еще раз. Давай. Как вы любите проводить свободное время помимо футбольной деятельности? А что тут можно делать, да? Можно сказать, ну, с друзьями пообщаться, куда-то ходить, просто. Может, какое-то хобби есть, там, что-то коллекционируете или что-то такое конкретное может есть. Честно, я нет такого. Какой-то, может, другой вид спорта, ну, может, еще. Что я? Караоке. А, петь. А, стесняется сказать. Поет, да. Не умеет. А на каком языке поешь в основном? Там девушка хотела вопрос задать, наконец-то. А у вас, Андрей? Еще раз? Что вы чувствуете, когда скажете, что у вас столько болельщиков? Я ничего не осознаю, у меня их нет. Приятно и... Но потом со временем, когда... Понимаешь, ты вот я закончил играть, уже понимаешь, что болельщиков тебя становится меньше и меньше, это чуть-чуть угнетает. К этому надо привыкнуть и тяжело, конечно. Когда есть болельщики, ты для них играешь, занимаешься, у тебя какой-то дополнительный стимул. Последний. Вот это точно. Вот это. Какой самый любимый клуб футболист в Украине и Кинг Римерс? Вообще или как? Я думаю, наверное, вообще. Вообще. Для меня Роналду, ну, который раньше был в Барселоне. Сейчас. Толстую. Мне нравится Борис Новилан. Нравится? Кто? Кто? Знаю только бразильский. Да ладно. А в Украине? В Украине? Вообще, да? Эдмонд. Он мне нравится. Мне всегда Эдмонд нравится. Не Андрей. Все, ребят. Давайте для нас сейчас последний. Все, последний. А вы когда-нибудь вообще хотели, запросите карьеру футболиста? Хотели бы закончить? Забросить вообще в космос. Забросить. Хотел забросить. Да, много раз были моменты,
которой было сложно сначала, я думаю, да, можно и не надо, но хорошо, что я продолжал. Так, и сейчас нам нужно определить, вот, еще девушки. Девушкам нельзя отказывать. Да. Я должен для себя понять, что надо как-то перестроиться, надо пытаться уделять чуть-чуть другому внимания больше, пытаться от этого отвыкнуть. Момент, когда надо отвыкнуть от этого, он, наверное, самый тяжелый и сложный. А когда ты уже это произойдет, то, наверное, уже полезно. Я еще на этом пути, как бы... Что-то не произойдет. Это просто хотелось бы, да, чтобы уже мне хотелось бы, чтобы перешло вот это вот, потому что я тренер, да, хотелось бы, чтобы уже карьера футболиста ушла, да, уже переключилась она на карьеру тренера, как-то хочется, чтобы оно, чем быстрее это произойдет, тем мне будет легче перестроиться. И последний, наконец, вопрос. Вообще тоже, да? Или клуб, или... Ну, просто с матч, да? Я думаю, Украина с матчем. Киев, да, ассоциация невероятная. Да, выиграли. Да, выиграли. Да, выиграли. Я самое, я это уже только что уже говорил, когда мы Динамо обыграли, мы чуть-чуть опоздали. Для меня она запомнилась. Как бы для меня любая игра, где мы обыгрываем Динамо, а мне запоминается. И мы сейчас переходим к награждению лучших вопросов. Итак, подарком номер один награждается. Кто? Не переживайте, они все одинаковые. Да, вы выбирали. Профессиональные вопросы задавал, вот парень. Включай. Я ему включу.
Васильевич приедет. Привет.